Тольяттинцы примут участие в финальном турнире первенства России по футболу среди команд спортивных школ. Турнир пройдет в Казани с 20 по 30 марта. Участие в нем примут 15 команд, которые на предварительном этапе разделены на 5 разных групп. В Пензе проходят соревнования межрегионального этапа Кубка России по плаванию с участием спортсменов школы Олимпийского резерва «Олимп». Наши кандидаты в мастера спорта Софья Куприян, Иван Аксенов и Дмитрий Постников выступают в 50-метровом бассейне Пензенского дворца водных видов спорта. Их цель – отбор на финал Кубка России, который пройдет с 3 по 5 июля в Обнинске.